письмо великой княгини Елизаветы Федоровны своему супругу 12 марта 1892 года, Дармштадт. «Мой дорогой Серж, написав вчера вечером письмо, которое я передала со Стенбоком, я уже сообщила тебе все новости о том, как мы провели день. Но я хочу тебе писать каждое утро. Поэтому я пишу каракулями перед завтраком эти несколько строк, как я и намеревалась делать ежедневно. Погода снова великолепная, ночи прохладные, а днем уже совсем жарко. Интересно, как доедут цветы, которые я тебе посылаю? Они так восхитительно пахли, когда их клали в коробку. Степанов мне привез письмо от своей матери. Такая чудесная старушка. Я только что получила телеграмму от графини Воронцовой, в которой она сообщает о рождении внучки. Как ты думаешь, хотелось бы им, чтобы я была ее крестной матерью? Послать ли мне телеграмму Сандре? Пожалуйста, ответь. Твоя очень любящая маленькая жена».